Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 4 ноября 2020 года. И скоро Новый год. Каждый из нас, я думаю, задумывается уже о подарках для своих родных и близких. А наступающий 2021 год – это год коровы. И так как у меня подрастает маленькая внучка – Даришка, я решила связать ей вот такую игрушку, которого я назвала Тишка для Даришки. Это не просто мягкая игрушка, которых, конечно же, хватает у нашей Даришки. Это мягкая игрушка-подушка, которую я связала из вот такой замечательной мягкой плюшевой, просто плюшевой, настоящей плюшевой пряжи. От фирмы Ализе. Основная нитка белого цвета — это пряжа Ализе Софти Плюс. Она используется для вязания мягких игрушек. И на канале моего питомника есть уже изделие из такой пряжи. Я вязала для Даришки кофточку, курточку, мишку. Получилось нежнейшее изделие, поэтому я решила попробовать связать игрушку. Но так как я знаю, что игрушек у нас хватает, и навряд ли уже чем-то удивишь нашего ребеночка, мне захотелось, чтобы эта игрушка была не только мягкой, приятной, интересной, красивый, ну, еще и функциональный. То есть это не просто получилась игрушка, это игрушка-подушка. Двух цветов пряжа. Это использовала я Ализе Baby Softy белого цвета, Ализе Baby Softy такого вот коричневого цвета. И основная Ализе Софти Плюс. Разница в этой пряже в толщине нитки. Ализе Софти Плюс гораздо толще. И я ее вязала в одну ниточку. Из пряжи Ализе Бэби Софти, вот этой вот, я вязала курточку для Даришки в две ниточки. Мне не очень понравилось вязать в две ниточки, не так, чтобы удобно. Ниточка пушистая, задевает. Ну, мне не понравилось. Было вязать тяжело. Из пряжи Ализе Baby Softy Plus, вот такой толстой ниточки, было вязать гораздо приятнее. Вязала спицами. Я не люблю вязать крючком. На этого Тишку у нас получается ушло метраж, причем эта ниточка толще, но метраж одинаковый и вес в граммах тоже одинаковый. Здесь 100 грамм, 120 метров. Здесь тоже что-то наподобие, вот в этих тоненьких ниточках примерно так же. Толстенькой вот этой пряжи у меня ушло много на тело. Тело у нас, как я уже сказала, это подушка, то есть наш Тишка, он большой. Его можно, конечно же, использовать как игрушку. Вот такой он вот большой, прибольшой. И как действительно настоящую подушку. Я специально вязала ручки и ножки нашего Тишки, как бы так скажем, несколько отдельно от подушки, чтобы она была функциональной и не скрадывала пространство того места, куда можно действительно положить головку ребенка. Поиграли, посмотрели мультики, почитали книжки и тут же потихонечку и уснули на этой подушке. Внутри я использовала обыкновенный синтепух, для которого набивают подушки. И, в принципе, игрушки. Все это продается в интернет-магазине Озон. Там же я покупала разнообразные вот такие глазки. Я вязала уже Даришке пинеточки, мышки. Использовала эти глазки. Здесь у нас вот такой чубчик, это кролик, скажем, это просто заколка для волос, откровенно говоря, была. Резиночку я отрезала, а вот сюда использовала как чубчик для нашего Тишки. Вот. У Тишки все подвижно, то есть тут, пожалуйста, хвостик вот такой вот с кисточкой из этих же ниточек Ализе Софти. То есть все, скажем так, мнется, проминается. Это как подушка.
Пожалуйста, вот можно ее вот так вот всю сложить, разложить, и получается отличная по размеру на самом деле подушка. Большая. Я не измеряла, если честно, его по сантиметрам. Ну, такой он большой получается. Вот. И не то чтобы очень тяжелый. То есть он, в принципе, так скажем, его может поднять ребенок, обнять. И, собственно, перевернуть, разложить его так, как ребенку удобно, и использовать как подушку. Обычные игрушки такого плана вяжутся крючком. Все вот мастер-классы в Ютубе, сейчас много мастер-классов по вязанию разнообразных бычков. Но я не люблю вязать крючком. Я умею, но не люблю. Я начала вязать тишком. Крючком, как положено, скажем так, вязать такие изделия. Вот. Потом перешла все-таки на спицы и вязала просто как подушку по прямой. То есть у меня так получается быстрее. И, если честно, можно посмотреть, намного ровнее и красивее смотрится, на мой взгляд, изделие, связанное спицами. Здесь у меня связаны элементы спицами и крючком. Несмотря на то, что пряжа пушистая ализе, на ней практически не видны какие-то огрехи, если я бы, мало ли, там перепутала какие-то петельки. Но, в принципе, вот здесь вот у меня макушечка изделия связана крючком, дальше идет спицами. Получается гораздо ровнее само изделие спицами. Мне больше нравится. Оно мягче. Крючком более жесткое вот это место. Здесь также спицы, а начинала я тоже с крючка. Сразу видите, как переход, как более твердая, как такая пупырочка. Копытца тоже спицы. Ой, господи, крючок. Дальше ножка спицы. Спицами получается очень мягко, приятно на ощупь. Ну, вот так. Вот такой у меня получился тишка для нашей Даришки. Если вам понравилась моя подушка-игрушка для нашей Даришки, не забывайте ставить лайки. Надеюсь, Даришке понравится такой подарок на Новый год от бабушки. Вот. Ну и желаю всем в наступающем году, который вот скоро-скоро уже наступит, всего самого доброго и, самое главное, крепкого здоровья. Здоровья вам и вашим питомцам. Оставайтесь с нами на канале питомника Мари Мистик. И мы весело встретим вместе наступающий Новый год коровы. Всем пока-пока. До новых встреч!